Миша! Сколько лет, сколько зим? Ой, сколь не видались тут с тобой уже? Господи! Миша, когда последний раз видались-то? А? Позавчера? Фу, ну ты тогда ничего не знаешь. А вчера Иван с Петром убили друг друга. До крови. Ну, сейчас обскажу. Это что значит? Иван, как было дело-то, сидел дома, он телевизор смотрел. Ага, сидел, смотрел, часа три. Нету ничего в телевизоре. Ага, то бывало, ряд показывал. А тут ее нету, одни крапины. Ну, ему же не интересно крапины смотреть. Он Иван-то и позвал. Иван пришел сразу на третий день-то. Ну, выпивший, конечно. Чего же он дурак, что ли? Петро-то тоже выпивший был. Ну, чего же он дурнее Иван, что ли? Да пьяные были оба в стельку, господи, что их выгораживают-то? Ну и что, Иван было дело, починил ему телевизор. Ага, заработал он, да. И вот Иванька что, эту вилку в розетку воткнул, он и заработал. Пошла рябь. Голоса нету, а рябь хорошая, крупная идет. Ну и что же, Иван первый заметил. Да, и Петр первый. Они, значит, и что, пока выпивают вроде, рябь здесь, а. Как они только закусывают, нет ее вся. А ну какого дьявола, ну и что же. Иван-то осерчался, возьмите удар кулаком по телевизору. А тут возьмите и сервися. Вот тут у них драка-то и вышла. И вот как ты, Миша, считаешь, кто виноват? А? Я считаю, Петро не виноватый. Он же в телевизорах не понимает ни хрена. Ну, только с какой стороны на него смотреть и все. А Ванька, что приперся? У его своего телевизора сроду не было. Ремонтер хренов. Да что ты, он всю жизнь такой, что не знает, за все хватает. Натура у него такая, с измольства. Да что ты. Ага, это сколько годов-то прошло. Взялся он тогда, слышь, роды у бабы своей принимать. Ай, встал с ножом, с таким тесаком. У кровати, ага, пуповину резать собрать. Стоит она, глаза открыла, господи, мужик у горла с ножом. И все, плохо с ней. Ну, родила тут же. Троих, ага. Ну, а что, дурак, лезь, учился ты, что ли? Твое это дело, лезешь-то с ножом. Ой, троих, ага. Вот что с ножом? А так бы ведь один получился, правильно? Он сам себе проблемы создает. Всю жизнь такой, да? Хотя, знаешь, Миша, с другой стороны, они как братья с Иваном Петровым. Да они всегда же вместе с ним. Ага, ходят по деревне, да песни поют. Да в обнимочку, да любо посмотреть-то на них. Да что ты, нигде не работают. Хотя, кстати, если про братьев говорить, про братьев, это уже случай-то был какой, этот Сергей Алексеевич, ну, он же у нас не пьющий, считай. Ну, он же агроном. Кто же его в поле видит-то? Так вот, брат к ему приезжал, если про братьев говорить, с женой. Ну, приехал в гости, значит, все вроде ладом. Ну, посидели, повечеряли как следует, по-нашему. А хозяйка у Алексеевича, она уважительная женщина. Гостям-то, значит, кровать уступила, а себе с Алексеевичем в сенях постелила. Ну, дело летнее, что. Ну и все, бабы разошлись и по местам-то. Мужиков этих вроде упредили, а они еще на кухне посидели. И все, и забыли, кому куда идти. Ну, Алексеевич по привычке в кровать пошел, а брата к бабе своей в сене отправил. Вот и все, кто кому теперь муж, кто кому брат. Пьяну же не помнят ничего, было, что не было. Бабы смеются, правда, говорят, не было ничего. Может, не было? А что тогда веселые такие? Так что я считаю, Петро не виноватый. У нас же, если каждого судить, языка не хватит.
Что тоже на Тимофея тогда обиделись все деревни? Зачем? Человек и стинг сработал. Виноватый он, что ли? Сидел на крыше трубу, правил, ну. Смотрит, у соседа дачница загорает, лопушком прикрылся, лежит. Ну, в Тимохе стинг сработал. Пополз по крыше, как змей. А что ты ползешь? Лопуха не видал, что ли? Полз, а крыши-то кончились. Это ж не дорога в Москву. Ой, да что ты? А там старуха-то есть, слышь? Внука задумала купать. Кипятку налила целую корыту, пошла за холодной. Вот приполз сверху туда. Голова, руки, слава богу, ничего. Ноги тоже. Остальное все вкрутую. Так что я считаю, Иван тоже не виноватый. Вот так. Всю жизнь у нас на Руси так. Никто не виноват, а морды у всех битые. Чуть не помню, чтобы еще у кого так же. Только у нас что-то.